Итак, всем привет, с вами я, Супер. Давно не было видосов, из-за этого я купил обычный пистолет, пистонный, вот такой. Открыл барабан, вот так закрывается, с этой части выдергиваете и открывается. Что-то он туго что-то открывается. Еще также к нему подходил вот такой крышечка, не знаю, глушак, не глушак. Наверное, сейчас его испробуем. Для этого револьвера, можно сказать, да, 8-патронного автоматического, когда нажимаете на курок. Я купил вот такие пистоны, 72 штуки, вот, 8, по 8 в каждой, вот, специальные. Тут 9 обоим, по 9, то есть 72, считайте. 1, 2, 3, 4, 5. 5 пачек, то есть это, ну, куча, короче, патрон. Сейчас одну давайте откроем и сейчас зарядим наше оружие. Оружие смерти, да? Так, с одним пистоном хватает. Все разорвали, вот эту часть тоже. Есть еще, я видел пистоны в Ютубе, которые используются только вот такой один пистончик. Вот. Открыл. Сюда вставляем, получается. И когда он при нажатии вот этого курка, он загорается, ударяется в вот эту металлическую шнягу, и порох взрывается. Искра небольшая появляется. Все. Также я вам скажу, квартире не надо, уж сейчас не хочу пожар устроить. Так что, наверное, в балкон выйду сейчас и испробуем его без глушака и с глушаком. Из-за этого я возьму две обоймы. Вот. Вторую. Ну все, пошлите в балкон. Я сейчас на полу снимаю. Хорошо, здесь ковер стоит. Сейчас взял. Получается, здесь, да, немножко пороха нету вот так. Мало. Сейчас, ну, стреляем все. Без глушака. И испробуем звук. Не взорвался, первый выстрел. Ох! Черт, как взорвался-то! Уши разно взорвались. Я его взял, потому что у меня есть велосипед. Я потом обзор сниму про него. Как по ссылочке приду к нему. Давайте еще один выстрел. Я боюсь прям жестко. Ай, уши ажно. Ну, видите, какой выстрел, да? С глушаком теперь. Я не хочу второй бомб, я уже сам обосрался. Именно он очень громко стреляет. Очень громко. И искра там большая. Ай, уши. Уши надо закрывать. Второй раз. Фу, воняет. Надо потом открыть. Фолочки. Давайте полностью потратим обойму. Все, нету. То есть вы понимаете, да? Вот, кусочки остались от пластмассы. То есть пластмасса взорвалась. Ох, жестко. Вот, барабан. Вот, остатки. Ну ничего, соберу сейчас. Давайте, ладно, вторую обойму так и уж и быть испробуем. Она не заходила, сейчас она чуть-чуть зашла. Все, зашла. И проверяем. Все. Блин, дыма здесь куча. Воняет порохом. Китайский. Открываем. Там, наверное, один пистон не взорвался, мне кажется. Либо бывает такое еще, что... Ох, разорвалось прям. Пистик мне попался хороший, удачливый. И пороха в нем, в принципе, нормально. Предостаточно было. Ух, какой горянчики, барабанчик. Барабанчик не испортился. Только немножко пороха осталось. Но ничего. Здесь пластмасса немножко расплавилась, если видно вам. Так, сфокусировка. Вот. Ну, да ладно. Такой обычный дешевенький пистолет. Можно найти в Ашане, в любых игрушечных магазинчиках, в принципе, если вы найдете. Я его еле как нашел, в базаре где-то час, наверное, искал. Вот, чтобы видео снять. Еще я купил хомячку корм, так что увидите видео. Вот. Ну все, на этом буду я прощаться. С вами был я, Супер. Если вам понравились выстрелы мои двух обоим, поставьте лайк. Я потом, наверное, если вы наберете, давайте, 100 лайков, это нереально. Я вот полностью 10 обоим барабанных, то есть 80 патронов, выстрелю в видео. То есть буду расставить, быстро-быстро-быстро нажимать и полностью что-то закончить. Ладно, все. На этом я буду прощаться. С вами был я, Супер.
Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео. Всем удачи и всем пока-пока.